Здорово, чуваки. Рад вас видеть. Доброго ФПС Аве. Рад приветствовать. Знойненьким днем. Ну, у кого знойненьким, а у кого, кстати, 24 градуса. Чувствую себя прекрасно, блядь. Впервые за долгое время, нахуй, смог выйти и прогуляться нормально по-человечески в обед. Вот только недавно пришел. С большим прибольшим... Хай-хай, с большим-прибольшим кайфом. Короче, произошло с одной стороны страшно, с другой стороны не очень. Спасибо за стримы WYCC.com. Нифига себе, поздравляю тебя. Ты смотри осторожней с этим делом, в том смысле, что знаешь, как можно приобрести, так можно и потерять. Будь аккуратен и поздравляю тебя. Огромное спасибо еще анониму за то, что он за кадром задонатил 2222 рубля. Это тебе, братан, спасибо за все. Низкий тебе человеческий поклон. Так вот, гайс, когда я начал нажимать кнопки на своей клавиатуре, они начали прожиматься во всей клавиатуре. То есть я нажимаю букву И, а нажимается ИБФХДБУНА. Я нажимаю мягкий знак, а нажимается ИБФХДБУНА. По 6-10 букв. Пережила новый переезд, полный газлайта и такси. Кошмар. Сижу теперь дома, откисаю, ем ватрушки. Газлайт и токсичность. Спасибо за контент. Хочется. Да, это крутая игра. Я про нее думаю. Я вчера про нее думал, кстати. И когда в самолете летел, тоже про нее думал. Когда будет время, наверное, попробуем. Ну, я рад, что твой переезд окончен. Я хочу сказать, что переезд — это всегда такая, знаешь, волнительная. И, блять, вот, ну, мне кажется, никто, блядь, не любит переезжать, нахуй. Ну, как можно это любить, блядь? Собираться, роняя жопу, блядь, следить за вещами, грузить вещи, разгружать вещи, блядь. Когда ты этим занимаешься самостоятельно, да, у тебя, например, машина есть, или у друга у твоего есть машина. Бича, бича, ё-моё. Авимаксон, Авичат, у меня сегодня праздник. Поздравляю. Наконец-то у меня получилось уволиться. Хорош. Поиск человека на замену занял, ну, очень много времени. Зато представляешь, насколько ты порядочный человек. Ты не бросил контору, да, где работал, и нашел человека, возможно, ввел его в курс дела и не оставил дела на самотек. Не так, что взял, собрался. По-хорошему попрощался. Скорее всего, тебе это вернется. В том смысле, если ты найдешь себе новое место работы и скажешь... Ну, тебя спросят, а вы работали раньше? Ты скажешь, да, вот тут. Позвонят, спросят, а у вас такой работал? А им этим людям скажут, работал, тот еще хуесос, блядь, мерзкий. И забьют на все, что ты для них делал. Но это шутка, естественно. И скажут про тебя очень много хорошего. И тебе это, дай бог, добро вернется. Привет, а там Алексей Алчуриру говорил, чтобы мы заходили к Тарье и здоровались как с Максимилианусом. Максимилианус, точка, неплохо. Точка, точка, приветик. Точка, 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 DDX. Огромное спасибо, Псин, тебе за 220. Аноним, низкий тебе поклон за 5000. Надеюсь, все будет хорошо у тебя. Ты найдешь себе место, которое тебя устроит. И касаемо переезда, люди пишут, которые можно заплатить. Вот именно это мне лично и не нравится. Я предпочту сделать переезд сам, если есть собственный транспорт, или с другом, у которого есть для меня время выделить несколько часов, и мы не торопясь все перевезем. Не торопясь. Без каких-то рамок и ограничений по времени. А когда ты вызываешь, блядь, грузчиков и всякую хуйню, изволь, блядь, приготовиться, нахуй. Так, привет, по-жесткому, как? Знаешь, типа. Передаю, потому что время у тебя ограничено весьма. Ты должен сделать все, ничего не проебать. Откисну сегодня с тобой. Давай, давай. Здорово, весельчак. Хорош. А у меня нормально. Это, видимо, Сербик вам пришло. Хоть и нашел прицел, но добавлю. Угу. Барим проводника стоит долговец. Через диалог он выдает квест. Найти товарища. Ага, товарища, ну я уже нашел. После лута спавнится управлятор. В гамме вырезан этот КВ. Понял. Спасибо, Архвизард, кстати, за все. Ну, мне уже не нужно просто. Так вот. А разве этот товарищ лежит не в темной долине где-то, блядь? Ну ладно, похуй, в любом случае, потом разберемся с этим, потому что мне сейчас-то уже не нужно. Скорее всего, даже не будем разбираться, но спасибо за совет. Случилось страшное. Клавиатура нахуй сломалась, короче, вот. После тестов и всей хуйни я понял, что клавиатура сломалась. И я пошел, сейчас сегодня купил себе новую клаву. Но я не вижу русских букв на ней. И не увижу, блядь, получается. Вижу сербские буквы, нахуй, но они, знаешь, расположение такое, короче. Весьма-весьма. Наклей, надо найти наклейку. Где же я тут тебе найду наклейку? Или заказать и наклеить? А зачем тебе русские буквы? Здорово, Дань.
Ну, мне удобно видеть, где какая буква. Я могу попробовать написать и без этого, но я могу ошибаться. Ну-ка, в чат напишу. Максон Стренглер, охотник за правдой по улицам Шульска гордо шагает. Ну, получается, конечно, но все еще очково. Первый раз у меня нету. Гравировщиков нет в Сербии? Я не знаю, я никогда не сталкивался с этим проблемой. Ты говоришь, гравировщик. Для меня гравировщик это тот, кто на моей могиле, блядь, напишет. Максим Козлов, нахуй. Оттуда до туда, блядь. Вот это для меня гравировщик, типа. Что гравировщик есть по клавиатуре, я даже не знал. Переставь все старые в новую клавиши. Не подходит, блядь, я попробовал уже. У меня даже есть специальная штучка, Лиза заказала, где клавишу достаешь. Сегодня будет Starman. Да, мы сегодня начнем с... еще про сталкер поговорим. Начнем сегодня со Sleeping Dogs и перекатимся в сталкер одну жизнь. Гайс, у меня новая формула, блядь. На прошлом стриме формула нахождения грубой работы оказалась ненадежной, блядь, когда мы делали квесты и надеялись найти тайники. Так что теперь мы проверяем тупо все тайники. Я открываю нахуй на втором экране карту, блядь, с тайниками на локации, и мы, блядь, по каждому идем и смотрим, нахуй, лежит ли там грубая работа. И так, пока не найдем, чистим все локи, нахуй, начиная с кордона, блядь, свалки, бара, блядь, агропро, вот по всем. Хотите, я покажу вам эту карту, кстати? Там пиздец этих тайников, кстати. Ну-ка, Stalker Anomaly, All Stashes. Ну это пиздец, я сразу говорю вам. Вот, смотрите, гайс. Вот, прямо все тайники, нахуй, желтенькие. Вот мы по всем, сука, пройдем. Мне кажется, мне вот этого уже хватит, чтобы найти грубую работу. Сдохнешь, забей. Почему сдохну? На кордоне и на свалке я король, блядь. На баре посмотри сколько. Ебанешься вообще. Скинь ссылку. Ща. Только учтите, эта платформа забанена нахуй в России. Для меня уже кажется, я когда вернулся, скажу честно, в Россию, у меня как пол интернета отъебнуло. Ей-богу, блядь, когда бы я мог нахуй подумать, что не будут работать вообще нихуя. Даже хостинг наш с трудом, блядь, через раз работает. Работает Reddit VRF. Но это время, я заспойлерил, чуваки, я заспойлерил. Пару месяцев и пизда вашему Reddit'у. Точнее, их Reddit'у. Их Reddit'у, пизда. Тут вот так вот надо выбрать выражение. А разве тебе пока в ПДА от кого-то не прокнет тайник, он не будет пустым? Это в гамме так. Зато доставка еды есть и клавиатура на русском ёбаная. Ну это да, не отнять. Ну нет, так это если бы, блядь, там на самом деле преимущество дохуя. Не то, что доставка клавиатуры, блядь, а доставка вообще, блядь, чего угодно. Доставка чего угодно. Я могу нахуй Steam Deck'у... Санкции, блядь. Мне в Москве за час Steam Deck'у привезут OLED-версию, блядь, на 512 гигов за 55-60 тысяч. Тут нахуй выкладывай 140 тысяч динар, блядь, в магазине за 64 гигабайта Steam Deck'у обычную, блядь. Это же вообще пиздануться, блядь. Но, знаешь, мне кажется, что с такой... А что такой громкий микрофон? Мне кажется, с такой пошлиной на ввоз всякой импортной продукции в Сербию, Сербия, можно сказать, под санкциями тоже. С установленным прицелом, труп лежит на западном краю карты. Он помечен будет, плюс рандомный набор инструментов дает информатор за топ-10. На кладбище техники, там насчет калаша мог наврать. Это калаша АЕК с установленным прицелом, труп лежит на западном краю карты, он будет помечен, плюс рандомный набор инструментов дает информатор за топ-10. Ладно, да, а... За топ-10, блядь. Это типа убить типов из топ-10. Ебать, сейчас нахуя. Только штаны подтяну, блядь. Пойду на окраины Припяти в Бериле, блядь. Топ-10 ебашить чуваков. С кайфом. The action sex. А ссылочка возможных мест спавна инструментов осталась? Нет, чего нет, того нет. И это текстовый документ вообще. И это была не ссылочка, это был от Зубмейстера текстовый документ, где написано, где ходить и делать. Но я там почти все проверил в безопасности. Слепые пэсы? Спящие пэсы будут. Я уже взрослый папаня. Го в реале в Чернобыль, РЛ. Поехали, блядь, поехали. Выезжаю.
Сейчас частный, блядь, чартерный гольфстрим нахуй папича приземлится тут в Белграде, полетим. Я лично с парашюта выпрыгну, блядь. Буду пролетать над Чернобылем лично. Выйду сладкие нахуй с парашютом. Мальчики, один, блядь, другого, сука, слаще. Прямо на блок парашютируюсь. Там сейчас пиздец фонит из-за перекопанной земли, если что. Ну я тогда еще вместо, вот знаешь, как Рэмбо обвешивался лентами, блядь. С патронами, да, пулеметными. Я вот лентами водки, блядь, обвешусь, с такими, знаешь, фунфыриками, блядь, маленькими. Чтоб взял одну залпом, хуяк, выпил и полетел. Не, свинец-то реально работает, а водка это ж миф. Но зато какой. Жаль, что водка не помогает, но зато весело. Зато весело, блядь. Как миф? Ну это правда, это просто хуйня. Это как ты что думаешь, сигаретку выкурил и все, облучения никакого. Это я не курю, это я просто с радиацией естественным, естественно вокруг нас борюсь, блядь, или что? Ужасно, да? А сталкер работает, странно. Реально странно. Что-то у меня микрофон огромный стоит. Блядь, тут знаешь, еще такой момент произошел. Такой весьма... Блять, почему-то у меня очень громкий микрофон сейчас. Так быть, блять, не должно. Управление звуковыми устройствами, блять. Что случилось? Как раз только хотел сказать про звуковые устройства, и произошел пиздец. Ладно, похуй, слушайте. Лучше на микрофоне подкручу немножко. Короче, я помню, Лиза очень сильно хотела себе Go XLR. Ну и я в качестве подарка, да, естественно, как бы, блядь, решил подарить своему любимому человеку. И сначала я поехал в белградский магазин музыкальный, самый большой, и сказал: ребята, Go XLR есть? Они такие: есть. Я такой: а где? Они такие: ну у вас вот есть Минька в Боснии, ее, говорит, за неделю привезут. Я такой: похуй, давайте. А, нет, ну, сейчас, четыре. История не такая. Лишь одна из первых целей в саркофаге, шашлындос. Да, 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 вот плюс грубо работает. Так вот, да, неделю, я смотрю, что я все-таки немножко у вас знания сербской недели-то заложил, да, сколько она может занимать за это время. Так вот, я, короче, говорит, через Боснию неделю, говорит, но можем еще, говорит, на Китае есть склад, там обычная версия приедет. Я такой, и он говорит: может занять Монс. Ну, вы помните эту историю. И я говорю, типа, Монс нормально, я подожду Монс. Он такой: не, Монсес. Я такой: похуй тогда, не надо. Давайте Минку везите из Боснии. С тех пор я, у нас там, у меня есть подруга, которая путешествует. Я попросил у нее купить Go XLR в другой стране. Она купила, привезла, мы его установили. Мы уже успели с Амазона заказать заземление для микрофона Лизы, чтобы он не фонил, когда XLR включен, работает. Он тоже пришел, уже мы подключили, забыли нахуй. И вот, нахуй, вчера звонит тип, который, блядь, Миньку мне должен был из Боснии привезти. Хуй ветер когда, блядь. Говорит: она дошла, приезжай, забирай. Я сначала говорю: кто это, блядь, какая Минька, нахуй? Он говорит: ну помнишь, что она заказывала, она дошла. Это, блядь, из Боснии шло сколько, блядь, 2 с хуем месяца, блядь. И в Боснию на машине ехать 1:20 отсюда, блядь. Я там помню, один раз мне нужно было сделать визаран, чтобы, пока ВНЖ было в процессе, меня пугали, что, оказывается, не надо было, но я, типа, пересрал. Сказали, чтобы не нарушать визовый контроль, пиздуй, выезди в Боснию, вернись. Я подумал: да похуй, тут 1.5 часа туда, 1.5 часа назад. Я в Москве, блядь, в магазин дольше езжу. И... короче, съездил. И вот она только сейчас пришла, говорит: приезжай, забирай. Блять, похоже, видимо, у меня тоже будет Go XLR, но мини-версия. Лизка говорит: охуенно удобно, классно. Можно музыку делать, можно включать, выключать. Могу выключить TeamSpeak для вас, оставить для себя. Могу включить TeamSpeak для вас, выключить для себя. Буду пробовать. Что это? Это микшер такой. Стримерский. Он есть уже у Арсения, он есть уже у Алькора, он есть уже у Missy Love Games, он есть уже у всех, кроме меня. Я, короче, лох, поэтому надо купить тоже. Недавно хотя бы посматривал твои видео и натолкнулся на видео по Infinity Chraff. Может, попробуем собрать сталкер в Infinity. Внешняя звуковая карта. Ну, можно и так. На стриме Аномали ты спрашивал, что экзотического купить в Сербии. Русский. Салат. Из майонеза с майонезом. Это, кстати, большая проблема. Они называют оливье русско-салата, но поверьте, блядь, русско-салата не имеет ничего общего с оливье. В том смысле, что ингредиенты похожи,
Но они кладут майонеза туда, ёбаный по голове, блядь, как будто мы едим не ингредиенты с заправкой майонеза, а майонез, блядь, с заправкой ингредиентов. Там, блядь, нахуй просто чуть ли не плавает, блядь. Но зато внимательны. Когда я первый раз заказал у них, помню, пиццу себе, один из первых разов заказов тут в местной пиццерии, и мне привезли русского салата. Я еще думал, а как это они догадались, что я типа вот люблю оливье, а там, естественно, у них, блядь, у всех фамилия Вукетич, блядь, Милыч, там, ну, Милошич, там, Живич, и а у меня там Максим Козлов, блядь. Действительно, блядь. Действительно, как это они догадались, блядь? Не может такого быть. Замирал знак. Прости, я просто шутил. Infinity Craft. Может, попробуем собрать сталкер в Infinity Craft? Бля, звучит круто. А его можно, думаешь, собрать? Наверное, можно. Не, сталкер по-любому можно собрать. Можно собрать сталкер не только как игру, но можно же собрать сталкер просто как преследователь кого-то. То есть, там, не знаю, стримерша, симп. Раз, раз. Реальный мир, сталкер готов. Когда я впервые увидел русский салат, угу. Я подумал, это такая, тая крошка. Да, да, это, блин, это пиздец. Это жестко. IQ-140 просто у доставки. Да нет, не, они молодцы в этом плане. Но не, они уже много чего научились на самом деле делать по приколу. Плов делают хорошо. Знаете, как у них плов называется? Пилав. Чаще всего, это, когда я приехал, это была каша. Просто, блядь, каша. Я не знаю, рисовая каша с мясом. Такое даже пловом хуй назовешь, блядь. Оно еще все липкое, перемешанное. Знаешь, суть в том, что рис в плове не перемешивают. Ну, не мне вас... Хотя, наверное, мне вас учить. Короче, не перемешивают рис в плове. А они, видимо, мешают его только в путь. Еще вспомнил, на одном из просмотров теней сомнения вспомнил, как работает сталкер, и пришла идея, а что если также ботом прописать людей из чата в имена мобов сталкера? Там файл имен открыт, не пиши, что хочешь. Нихуя себе, блять. Ну это ж ты представляешь, сколько нужно работы сделать, это нужно человека искать, просить делать. Я не думаю, что я буду ебаться с этим, честное слово, блять, но звучит жестко. Как же я с кайфом уложился в тайминг? Встал, света нету, поел два куба дров, только поколол два куба, поел, поколол два куба, поел два куба дров. Вкусно было? Сходил в душ, поел, дали свет, муж рубает. Да, я да. С кайфом. Так, там кто-то что-то хочет. Здорово. Здорово, Димас. Я ща в собак, а потом в сталкер. Увы. Увы. Wrong day. У Димаса жаль Гелгел. Спасибо, окей. Димас теперь ловит свет, блять, пока есть свет. Сижу, пержу я, значит, о, здорово, котлета. Пересматриваю Киберпунк. А тут подрубчик. Да-да. Димас теперь, чтобы поиграть с пацанами, ловит, блять, тайминги света. И очень сильно обижается, когда с ним не идешь в эти тайминги. Слушай, он говорит, мне же скоро выключат. Давай сейчас, давай сейчас. Сейчас, потом нельзя будет. Арсюха, говорят, купил себе электростанцию за 1000 баксов, но я не в курсе. Надо будет у него уточнить, что за история. Но я вчера, когда всех вырубили свет, Арсению написал, что ты будешь, типа. Он мне написал, я не хочу. Но при этом оставался в Steam. То есть у него была возможность, он просто не хочет. Димас сейчас в Украине? Ну а где? 1300 попрошу. 1300 баксов, блядь. Пиздец на самом деле. 130 штук. Ну, кстати, сейчас поменьше, да, уже. Сейчас, наверное, где-то 100 штук. Шалым родничок. У меня раз в полгода год ломка по сталкачу и L2, и когда началась одна по L2, ты подкинул вторую по сталкачу. Прохожу обе, теперь аномалия сервачок по линейке. Точку вы, точка, не деюсь у вас. Да, все хорошо. Петюнь. Эх, ну ты и старый пердун, конечно, ничего не скажешь. Спасибо за 250. Сейчас завожу и погнали. Это Арсюха врубает генератор, блять, на пич. Как тебе погодка, прохладно? Вообще с кайфом. Сейчас хорошо. Вот пусть такая она всегда и остается, блять.
Что он твою видяху питает? Да, серп и сказал, типа, насколько тебе нужен, типа, блок питания. Я говорю, ну в идеале на киловатт 200, типа. Он, или блядь, да, киловатт 200. Он говорит, это, блядь, что? What the fuck are you powering? Nuclear power plant? Да, бля, бро. Nuclear power plant. Ту-ту-ту-ту. What the fuck is a киловатт, блядь? Когда запись на YouTube по Сталкачу. Она, я мог выложить ее вчера просто. Просто, знаешь, можно сказать, просто я затупил и забыл. Можно сказать, просто я не захотел. На самом деле я просто затупил, блядь. Вчера делал домашние делишки, там всякое такое. И просто завтыкал. Бист зовет в ДНД через 0,0001 миллиардную секунду после того, как дали свет, блядь. Идем. Ебать, вчера поиграл. Радиация наиболее опасна для клеток, находящихся в процессе деления, а алкоголь немного подавляет этот процесс. Конечно, это очень слабый эффект, но технически алкогель действительно немного защищает от радиации. Хорошо, защищает. Защищает. Но не выводит ее, понимаешь? Но не выводит же. Так, я... Чё-то хотел сказать, блядь, и вы меня сбили. Чё я говорил? Я чё-то начинал говорить, блядь. ДХЗ-29 вроде ещё молодёжь КСТА. Ещё попутно проиграет копии от Сами Похуй. Заки по арене босса, потому что фреймы нереальные атаки. А, про Dark Endark, спасибо, напомню. ДХЗ-29 вроде молодёжь. Когда Сами Заки по арене босса, потому что фреймы нереальные, да, пиздец. Знаешь, да-да, тогда сегодня программирую сижу. Ну... Молоток, молоток. Запись я после стрима выложу. Так, я говорил про Dark and Darker. Вчера попробовал поиграть на клерике, блять. Ребята, как же охуенно, блять, играть на клерике, когда ты никого не хилишь, блять, в драке. Ты просто, блять, закидываешь на себя блэс, нахуй, закидываешь на себя смай, чтобы палкой сильно бить. И врываешься хуярить по башке, блять. Бонг, бонг, два удара убил, нахуй. Бонг, бонг, два удара убил. Что вы вместе с Лизой смотрели дорамы и даже упоминали одну про какого-то адвоката. Конечно. Не помнишь наименование? Но адвокат это у Лизы нравится. Ей адвокат Ву или типа того. Я не смотрел его. Знаешь, VR закос под сталкера, игру... Да, знаю. Контента не очень много. Знаю, знаю. Но выглядит хайпово. Да и ну, она пустая, блять. Это же игра от разработчика и создателя, который метрошку когда-то делал. И той же она покекалась куда-то. Исчезла нахуй из Стима или типа того. Ну, короче, я... Ну, блять, даже не знаю нахуй, как выразить свои мысли. Я не верю в игры, блять, с одним разработчиком, нахуй. Я... Хуёво в них верю, особенно игры такого масштаба. Да, это круто, что у него есть что-то. Да, это круто, что оно хорошо выглядит. Но продолжение у этой истории крайне вероятно, блядь. Крайне вероятно, нахуй, Кенши. И что, Кенши, ты считаешь, это готовый продукт? Кенши, блядь, от готового продукта, нахуй, как раком, блядь, до Парижа. Нихуя нету. Просто ходишь, развлекаешь себя сам в большом мире, блядь. Когда играешь в Кенши, ты чувствуешь, что ты играешь в какую-то, блядь, бета-версию, нахуй, не знаю. Незаконченного продукта. А уже там делают второй, по-моему, Кенши, да? Или какую-то игру новую, типа, по мотивам. Dwarf Fortress. Сколько, блядь, он в разработке, нахуй, этот Dwarf Fortress? А вы, Максон, смотрю, 100 лет? 2 месяцев. Вчера стукнуло 79. Пока угу. Смотрел твои стримы. С днем рождения, блядь. Окончил школу, институт, работу. Да, спасибо, да, все, закончил работу, блядь. Помню технику «Три главого дракона». Давай, давай. С днем рождения. Здоровый Гилтикус. Секретарь Ким, жду пересмотра стрима. Вот Секретарь Ким — это разъебнейшая драма. И мы посмотрели еще недавно какое-то. Идол. Божественный идол мы посмотрели. Точно, блядь. Божественный идол. Тоже отвал башки. То, что нужно, чтобы посмотреть со своей второй половинкой. Римворд от одного разраба. Пиздишь. I got no... Нахуй. О, это нормально. Проверяем, блядь. RimWorld горит от одного разработчика. Твоя жизнь сейчас висит на волоске, блядь. Ludeon Studios. Смотрим, блядь. Сколько сотрудников, нахуй, в Ludeon Studios? Ой, висит на ниточке, блядь. Employees. Number of employees, блядь.
Я вижу уже 14. Я вижу уже 14, при том, что у нас имеется главный софтвер-инженер и технический директор, которых мне предлагают с ними связаться. И 14 официально устроенных. А Undertale? Слушай, ну опять же, вот опять же, понимаете, я не говорю, что такие игры с одним разработчиком невозможны хорошие. Вы как-то, блядь, извращаете нахуй все. Я говорю, что я в них не верю, блядь. Я в них не верю, потому что выстреливает одна из тысячи. А если мы говорим про такие игры, где в основу берется Сталкач, да, или Тарков, или что-то такое, где, ну, типа, должно быть интересно, большой мир, то один человек это, ну, просто не вывезет. Стардью Валли один чел сделал. Молодец. Лучший легенд. Простите. Ладно, похуй, сделаем это проще. Я не прав, чуваки. Простите меня, русские МС, блядь. Я был не прав. От чистого сердца, блядь. Ладно, прощаем, все. Он признал. Роет Восток, Роет Восток, но он не стреляет. Роет ту Восток, кстати, из всех игр, которые делает разработчик, в Роет ту Восток есть какая-то микровера. Но знаешь, ровно до какого момента? Это вера ровно до того момента, когда появится какой-то билд, в который можно будет зайти и пострелять, поиграть. И вот ровно тогда моя вера в него нахуй умрет, потому что это будет фул хуйня ебаная. Хотя там уже даже были демки, знаешь, какие-то. Публик демо, я смотрю, была одна или две. Но мне не думается, что это все-таки как игровой процесс вряд ли что-то. Ну, тебе дают там походить, пострелять и все. От концепта игрового это далеко еще. Смотрю, смотрю. Видос Привет, Космопова, видос от Папизи. Будем смотреть. А он видео выложил? Я даже не знал. Не, мы не будем его смотреть. Но... Вряд ли. Но это интересно, что он, интересно, что... А что он там, в общем-то, говорит? Ребята, я поехал, потому что... Я просто хочу сказать, если папич сказал, господа, я съебался нахуй, потому что не хотел, блядь, чтобы меня запаковали на улице и не хотел попасть под мобку. Я думаю, это лучшее, что он мог сказать. И все бы тогда сказали, ну, понимаем, есть возможность. Спасибо, что хоть честно. Типа, все остальное как будто уже с этим... С душком будет любое другое объяснение. Да он чисто ПВЕ будет без ПВП. Это вы говорите про Road to Восток? Он сказал, что ему очень сложно вести дорогую жизнь, но он готов, если ему будут за это платить. О боже. Что я нахуй прочитал только что? Он сказал, что ему очень сложно вести дорогую жизнь, но он готов, если ему будут за это платить. Чуваки, а вы готовы вести дорогую жизнь, если вам будут за это платить? Но, конечно, я понимаю, будет сложно. Это с трудом, наверное. Переступая через себя. Ну, только если придется, да. Нет, наверное, не. Нахуй. Какие жертвы, блядь. Видел игру ПВК. Да, мне скидывали, она еще не в релизе, но что-то около релиза. Про артиллеристов или типа того. Dungeonborn, будешь катать на финальном тесте или на релизе? Я поступлю так же, как и с Dark and Darker. Дождусь, пока он выйдет в какой-то ранний доступ, релиз, и там буду играть. В Dark все играли, хайпели, я терпеливо дожидался, потому что мне не горело. То же самое с Dungeonborn, не горит. Blacksmith, Song of Two King. Игра от нашего разраба вышла в этом году, с ней будет, думаю, супер кайфово. Так, смотрим. Смотрим. Deep down in my heart, it's deep and dark. Кузница. Песнь двух королей, блядь. Что ж. Что же предложит нам кузница песнь двух королей от одного разработчика? Бубля. Предложит нам experience 2006 года. Что ж. Очень интересно, пробовать я, конечно же, не буду. Но справедливости ради стоит отметить, что очень положительные отзывы.
Once again. Фазмофобия очень сильно обновилась. Не ходи залететь. О, я бы поиграл в Фазму, блять. Фазму поиграл бы с кайфом. Весело. Порал бы, повизжал. Вот это вот все. Да. Прямо сейчас игру столкачи Номали с одной жизнью. Да, классно. Кагайт. Видосы кагайт. А на самом деле, когда берешь Берил и Мурку, ты по сути становишься очень крепким на таких локациях, как Кордон, Свалка, Агропром и, наверное, Янтарь. Вот, типа, там ты можешь путешествовать как хочешь. Болото не уверен. Вот, болото могут тебя еще потрепать. Теперь очень важный вопрос. Когда ждать Фазму? Когда-нибудь, гайс. Сначала Sleeping Dogs, потом Armored Core, а потом все нахуй остальное. Все остальное. Так, самое страшное то, что я к этой клавиатуре еще, знаете, необычно, непривычно. Это как другие кроссовки одеть. Нихуя, рука не лежит. А еще, блять, ребята, нумпад. У меня появился нумпад, нахуй. Нумпад, блять, вы понимаете? Вы, блять, понимаете? У меня теперь есть нумпад. Но я теперь всегда, когда хочу стрелки нажимать, тянусь автоматически под самую правую сторону. А там, блять, 1, 2, 3 нумпад и энтер боковой. И я теперь не могу. Не могу нормально к стрелкам подтянуться. Непривычно. A few moments later. Ох, это будет весело, блядь. Так, нас интересует... Опачки. ДНД. Не СПС. У меня на сегодня другой план. И теперь нам нужен карта тайников. Я вам скидывал ссылку, не хотите, блядь, вернуть ее? История стэш. Вечерочка. А, я нашел, неважно. Все больше тянет начать ран в сталкере. Возник вопрос. Так, в чем интересное отличие гаммы от ванилы или редукса? Огромнейшее. Буквально пара слов, почему оно того стоит. Не хочется просто так заморачиваться с установкой. Ну, то есть ты прохождение смотрел, ты и сам можешь понять. Во-первых, она сложнее. Во-вторых, там больше пушек. В-третьих, там гораздо более чувствуется иммерсивность и все такое. Ну, пара слов. Пара слов, как заказывал. Так, из проблем теперь. Мне нужно каким-то образом... Я надеюсь, вы игру видите, потому что... Нихуя вы не видите. А, не видите. Так. A few moments later. Огромное спасибо всем, кто пришел посмотреть. Огромное спасибо всем, кто пришел и поддержал. Увидимся. Будьте здоровы, живите богато. Пока, ребят.